Здравствуйте, мастерицы! Посмотрите небольшой обзор по топу «Белая роза». Он выполнен из отдельных мотивов. Сегодня завершается крайний день на набор, на курс. И этот топ мы будем вязать с вами последовательно, шаг за шагом. Сначала выполняя все тренировочные элементы для отработки техники. На это уходит у нас примерно 1-2 недели адаптационные, а затем мы переходим к вязанию вот роз. Розы у нас практически все одинаковы по схеме, мы будем вязать по эскизу, но у нас каждый лепесток дает уникальный такой характер каждого мотива. И при рассматривании этого топа, этого полотна, когда мы его соединяем, происходит что-то невообразимо уникальное. И когда мы примерку делаем, то полотно кружевное играет очень красивым облаком и букетом из роз, который обнимает тело. Задумка была топ на бретелях, корсетный вариант. Почему мы соединяем все плотно, чтобы не было видно просветов на теле. И завершающий этап, после того, как мы свяжем все розы, у нас будет соединение их по тому проекту, который будет у вас задуман. Или это будет наслоение лепестков, или в стык бридами, или сеточкой. То есть в зависимости от того, что вы задумаете. 20 роз мы вяжем для размера 44. И применяем технику старинного ирландского вязания крючком на бордо. Венецианская стилистика передачи различных видов сеточки в каждом лепестке. Такую идею я взяла из игольного кружева, которое перенесла на крючок. И будем с вами творить. Здесь еще есть узелочки клоунс, толщины бордона, лепестки на бретелях. И соединяться будет этот топ крючками потайными. Вот такой у нас будет прекрасный, новый, уникальный топ для вас, подарок, или, возможно, мы свяжем с вами кофточку. То есть можно тут добавить рукава на плечи, можно как крылышки сделать розы. Будем экспериментировать. Жду вас и с удовольствием подключайтесь к группе Телеграм.